Ну а на катке на площади Ленина открыли турнир по хоккею среди команд мальчиков 2010 года рождения. Соревнования проводят в рамках акции под названием «Добрый лед». Репортаж Петра Говорова. Первый раз на открытой площадке в Якутии проводится благотворительный турнир на призы СВФУ под названием «Добрый лед». На открытии турнира выступили фигуристы, возраст каждого от 7 до 12 лет. Мы совместно с общественными организациями запланировали ряд мероприятий в течение года. Ну и, конечно, это нас всех объединяет. Необходимо отметить, что очень важно, на мой взгляд, это объединение, во-первых, государства, общества, ну и, конечно же, бизнеса. И нам это удается. Что тебе дает фигурное катание? Худеть! Моя мечта – это стать олимпийским чемпионом. Молодец! У меня хорошо. Ага. Самое смешное, как я врезалась в бортик. После показательных выступлений фигуристов стремительно вышли три хоккейные команды. В данное время сейчас проходят соревнования, турнир под названием «Добрый лед», где участвуют три команды. Команды «Пчел», «Тигров» и, конечно же, замечательное название «Ястребы». Сегодня участвуют у нас три команды. Это все ученики нашей школы, вообще ученики спорткласса. В этом году мы открыли спортивный класс на базе 23-й школы города Якутска. И вот сегодня они показывают свое мастерство. Мы их разделили на равные команды. И сегодня выясняют, кто станет победителем. Выявим лучших игроков по ходу турнира и отметим всех после игры.